Идем, идем. Костя, ну где вторые полки? Костя, мы че в люксе? Костя, мы че в люксе, да? Костя, ну че? Ты что? Ты что, Настя? Да у меня дядька проводник, Настюх. Костя, нам что, постель застелили? Так ты туда глянь. Алёма, прикинь, мы в люксах едем. Два полотенца дали, одну тебе привезу. Только ты тёте позвони, скажи, что мы в люксах едем. Знаешь, Костян, не думала, что жизнь так поменяется. Не, ну сразу видно, да? В люксах приличные люди ездят. Не то, что только в плацкарте, одно быдло просто. Костян, сфоткаешь меня? Ой, так что видно было, что второй полки нет. Алло, да, братик, ща еду в центр, увидимся. Блять, надеюсь, она меня не заметила. Андрей? Нет, это не Андрей, вы обознались. Андрей, я же вижу, что это ты. Ты такой смешной. Что ты хочешь? Андрей, нам надо серьезно поговорить. О чем? Андрей, мы с тобой уже давно встречаемся. Какой, блядь, встречаемся? Так вот, Андрей, нам надо расстаться. Реально? Первая крутая идея тебя. Все, пока. Тебе, наверное, больно. Не больно. Ты, наверное, очень расстроился. Настя, давай не будем общаться, ты мне и так сердце разбила. Андрей, давай не будем расставаться. Эти 10 секунд, пока мы не были в отношениях, были слабые и сложные для меня. Настя, нет никаких отношений и не будет. Это ты просто в шоке еще от расставания. Ну, ты, главное, не грузись. Мы же теперь снова вместе. Отвали. Мы же вместе, да, Андрей? Да, только отвали. Блин, странно, что она не бежит за мной? Алло, а вы где? Я вас уже жду. Алло, я тут рядом стою, пройдитесь немного. Ой, тут проезда нет, а можете дальше пройти? Я бы еще немного прошелся, мне и такси не надо было. Тихо. Вы рядом со мной, я становлюсь неопытной девочкой. Ладно, наверное, другое такси вызову. Подождите. Да едем уже. Вы вот это думаете, если женщина-водитель, то все, да, вот это? Быдло. Женщина, вы у меня даже адрес не спросили. Говори. Куреневка. Девушка, а может лучше музыку послушаем? Ладно, давайте музыку. Нет, слушайте, давайте лучше сериал посмотрим. Ну вы определитесь, пожалуйста. А еще лучше давайте навигатор включим. Этим навигаторам я не доверяю, я короче дорогу знаю. Ну тут была дорога, серьезно, позастраивали, все просто. Да, ничего страшного, я тут выйду. А вы мне пятерочку поставите? Ага. Хорошего дня. Слышь, Настюха, я тебе рассказывал, как я 20 человек размотал зажигалкой? Рассказывай. Уважаемый, добрый день. Организация «Двор без алкоголя». Чё? Я вижу двор и вижу алкоголь. И чё? Негоже. Чё сперматозоидный, а? Ну, вообще-то правильно говорить стероидный. Девушка, вам же ещё детей рожать, ну вы подумайте, вы же будущая мать. Чё снимать? Ты чё, женщину снимаешь? Настюх, Настюх! Где твой документ, да? У меня вообще-то футболка есть, «Дворы без алкоголя». Но она сейчас в стирке. Вы, ребят, лучше спортом занялись, ну? Я тебе сейчас займусь. Настюх, ты что, у меня условка? Ты хочешь, чтобы я на зону отъехал? Костян! Настюха! Настюха! Мужчина, на зону задержилась. Давайте я вам деньги отдам. Настюх, нормально мы его развели. Ну что, Костян, за успех? Ну, ядрит Мадрид. Ну, ребят, ну вы так и доверяли людям после этого, да? Ну, вообще, конечно, доверие – это мой самый большой минус. Не, ну что ты, не расстраивайся. Хлебни. Эх, обожаю лето, тёлочки в купальниках. Да, братик. Андрей? Я надеюсь, мне голову напекло, все это привиделось. Тебе голову напекло? Привет. Настя, ты что тут делаешь? Я тоже позагорать пришла. А тебе ничего не мешает? Нет. Мама сказала, чтобы я всегда тепло одевалась. Я же женщина, мне еще детей рожать. Да, Андрей? Свали, пожалуйста. Андрей, походу, он тебя не слышит. Андрей говорит, чтобы ты ушел. Да я тебе говорю, тебе. Тебе, говорят. Андрей, можно тебя на минутку? Нам нужно поговорить. Слышишь, братик, все нормально? Андрей, вообще у меня есть купальник. Я просто при твоем друге не хотела свои прелести показывать. Вот это правильно. Никому не показывай. Навязчивый у тебя такой друг, Андрей. Я таких людей не люблю. Слов не понимаешь, говоришь. Уйди. Сейчас я с ним поговорю. Леха, валим. Братик, ты иди. Спасибо, брат. Это что за херня? Так, надо выйти пивасик на вечер купить.
О, развели голубятню. Это что, блядь, тут происходит? Доча! Что за херня, доча? Ты что, молокосос? Катя, да ты успокойся. Да ты знаешь, сколько ей лет? А, 18. Сколько? Почти 18. Сколько? 15. Почти. Ты что, меня обманула? Ну, вряд ли меня! Пап, ну ты не понимаешь, у меня нет возраста! Как думаешь, Богдан, поверят в суде? Да, пап, мы любим друг друга! Дядь, да все нормально, мы просто на лавочке посидели. Богдан, ты куда? Богдан, нет! Че разнылась? Домой пошли! Я не пойму, я к Богдану перееду. Куда, в тюрьму? Домой идем! Вышла на улицу, даже не оделась. Стой, халат мой одень. Дай музыку свою выключи. Богдан! Бляха, я шо пиво забыл купить? Ладно, никуда она не денется.